Так, из Лары мы приехали вот оттуда на автобусе КЛ-08. Вылезли, остановка вот около вон того здания высокого. Вот, вообще ориентировались вот на этот дом. Анталия 2000, это кинотеатр, как мы поняли. Вот, к нему вернулись с остановки. И получается вот от этого здания сейчас пойдем налево. Вроде как должны выйти к воротам Андриана. В общем, буквально 3 минуты от этого здания, и мы уже попали, видимо, в старый город, потому что здесь вот уже старинные стены. А вот и ворота Андриана. Буквально 3 минуты идти. Забыла сказать, ехали где-то 40-45 минут от Лары, ну, с конечной остановки ехали. От отеля. Зай, как у нас отель называется? А, клуб Hotel Sierra, вот. От него 40-45 минут ехали. 3,20, 3 лиры, 3,2 лиры проезд оплачивали банковской картой. Тинькова, Сбербанка, без разницы. Можно покупать Анталию, карту мы не покупаем. Всегда банковская оплачиваемость.